Всем привет, дорогие зрители! Нашел трехкомнатную квартиру у улицы Барбаросса. Недалеко от моря, бюджетный вариант, недорогая квартирка. Свет включайся. Квартира под ключ. Значит, у нас вот такой лифт. Работает. Проекту 25 лет. На этаже у нас 4 квартиры. Есть бассейн. Сейчас тоже все покажу. Вот такая трехкомнатная квартира. Здесь прихожая. Так, свет есть. Да. С правой стороны у нас вот такой детский уник. Здесь у нас спальня. Расстояние от этого места до моря 200 метров. Здесь у нас стиральная машинка, арчелик. Так, здесь у нас санузел. Стоит проточный водонагреватель фирмы Бека, впервые вижу. И здесь у нас вторая спальня. 90 квадратных метров квартира. Здесь у нас гостиная, совмещенная с кухней. Вот такая кухня, ремонт требуется. Холодильник Samsung. Говорю, чтобы запаха не было. Так, и балкон. Есть также кондиционер фирмы Hikon. Здесь у нас балкон. 90 квадратных метров брутто, жилая площадь 75 квадратных метров. Значит, средний этаж проекта. Вот такой участок, просторный бассейн, также есть детский бассейн, там зона отдыха, беседочка, зона барбекю также есть. Вот. Вот такое здание, просторный сад. Улица Барбаросса. Вот. А за этими тремя зданиями у нас пляж Махмутлара. Рядом есть вся инфраструктура для жизни. Там у нас парк писателей. Большой парк писателей. Так. Дорогие зрители, трехкомнатная квартира. Требуется маленький ремонт на 200 евро. Где-то обойдется вам доделать кое-где. Цена этой квартиры 50 тысяч евро, 2 плюс 1. Продается с мебелью, как вы видите. Недорогая бюджетная квартира. Если вам понравилась эта квартира, звоните, пишите по номеру, который указан в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, если все еще не подписались. Комментируйте, для нас это очень важно. С вами был мистер Агаси из Солнечной Алании, район Махмутлар. Всем пока-пока.